Ну что, привет, ребятки. Особый привет Александру Михайленко. Я увидел у него, как он показал князь Багратион теплоход изнутри. Я тоже решил своим подписчикам показать этот туристический объект. Такой недотуристический объект. Но я работаю немножко не так. Мы с экспертом УНФ нашли собственника, чтобы не залазить на частную собственность без разрешения. Приехал человек, который не только разрешил увидеть вот этот шедевр, но он еще заодно столько всего рассказал, что я, наверное, даже это не в один фильм, а целая там серия по разным людям. Вы представляете? Там звучит вот так вот все. Вы же не против, да, я снимаю, чтобы как вы рассказываете? Ну, значит, программу, то есть я выполнил первую. Я 4 программы выполнял, понимаете? Программа одна была, потом бизнес-план. 12 бизнес-планов. Сделали великолепнейший проект, предпроектный, то есть эскизный, там, то есть вот эти все, все они прошли, понимаете, все это выполнено было. Красота, они сразу, без разговоров, товарищ Некрасов, будущий архитектор, сразу без вопросов согласовал этот проект. Этот проект понравился Аксенову, понравился всем, то есть понимаешь, он в Суми не представили, а был тогда наш уважаемый, дорогой Серов. Ну так вы посмотрите внимательно, что же, письма мои, то есть те, которые проходили, какие деньги я вложил, что это сделал. Вот у меня заключение из эксперта, 8 миллиардов 844 миллиона они мне должны. По этим платежкам по всем, 8 миллиардов, понимаете, это сумасшедшие деньги, я обратно же говорю. Я не сюда их хочу себе в карман, я хочу это все выполнить здесь, вот эту программу закрыть. А на стоимость на первом этапе 4,5 миллиарда. Это же расчеты, СТО и все остальное, понимаете? Есть все бумаги, есть все, то есть все необходимые документы. Я тут бился, делов нет. Пошел писать Путину. Первую жалобу я накатал. Оттуда, значит, передача на прокуратуру. Ради бога, я прокуратура, давайте, прокуратура, проверка прокуратуры. Передали все, вот то, что я говорил, подтвердили письменно, потому что лгать не надо, за архивы подняли. Значит, подтверждено все письменно, понимаете, отдано, значит, этому самому, Ткаченко там был, сейчас Ткаченко зам. Дмитрий Николаевич. Дима, кажется. Дмитрий Николаевич. Вот умница, он рассмотрел все это объективно, дал мне письмо, и такое же письмо пошло в прокуратуру, понимаете. Пишу письма, мне отказали. Пишу письма, обращайтесь со мной. Я говорю, если на уровне архитектуры и все остальное это решается, в границах, законом определяется, описываю, какой закон и все остальное. Нет, тупик. Почему? Зачем? Дает указилку тихоря, чтобы это, да, загробать вот все, понимаешь, Муртранс. Зачем Муртранс, когда есть... Вот это вот прям информационная бомба. Так что следите за каналом, будет очень интересно. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.